27 января в США состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 214. Главным его событием станет финальный поединок Гран-при в тяжелом весе, в котором встретятся Райан Бейдер и Федор Емельяненко. В преддверии боя спортсмены провели пресс-конференцию, где Федору задали вопрос об отношении к чемпиону UFC в легком весе дагестанцу Хабибу Нурмагомедову. На что Федор ответил: «Как человека я Хабиба практически не знаю, встречались, немножко общались, сложилось впечатление, что Хабиб культурный и положительный боец. Вы спрашиваете меня об отношении к Хабибу как спортсмену, то я вам отвечу, что Хабиб чемпион UFC, и это высочайший уровень», — сказал Федор Емельяненко. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей.